предстоящие выходные свой праздник отметят представители одной из самых интересных и значимых профессий – работники государственной статистики. Чем занимается эта служба и какие задачи в сфере ее внимания? Далее в сюжете. Благодаря их ежедневному кропотливому труду мы узнаем и используем в работе и учебе интересные и проверенные факты, касающиеся промышленности, инвестиций, науки, торговли и многих других отраслей. Много интересного можно узнать и в отделе демографической статистики. К примеру, то, что в прошлом году в Брестской области было зарегистрировано 7657 браков, а на 100 зарегистрированных браков приходилось 56 разводов. Совершенно верно. А еще интересное можно узнать о том, что Брестская область является самой молодой среди других областей республики после города Минска. Или, например, то, что в возрасте до 30 лет в нашей области мужчин больше, чем женщин, а в возрасте 85 лет и старше женщин уже в 4 раза больше. А сейчас мы находимся в самом сердце информационной статистики Брещины. Именно сюда поступает вся информация, она здесь хранится и передается по каналам связи. Службе статистики Беларуси в этом году исполняется 104 года. И если сейчас сотрудники обрабатывают и систематизируют отчеты с помощью информационной системы, то раньше их основными помощниками были счеты, бумага и ручка. В архиве Главного статистического управления Брестской области хранятся свыше 20 тысяч папок с рукописными документами разных лет. Вот здесь у нас содержится информация итоги переписи населения 1959 года. Здесь мы с вами видим, какая численность населения была в Брестской области. 1 204 376 человек. Сейчас на 1 января 2024 года 1 308 000. Если раньше у нас было население больше проживало в сельской местности, то сегодня уже соотношение совершенно противоположное. Сегодня у нас 72% населения проживает в городской местности и 27% с небольшим проживает в сельской местности. 60 лет назад было все совершенно противоположно. В Главном статистическом управлении Брестской области 15 отделов, а еще 15 расположены в райцентрах. Их сотрудники выполняют важную работу по сбору, обработке и контролю отчетной информации. Каждый наш респондент может представить информацию с любой точки этого мира. Можно даже сидя на пляже, если есть первоисточник, то есть ему прислали бухгалтера данные, он может составить отчет и прислать нам через веб-портал. В нашем управлении работает очень дружный и сплоченный коллектив профессионалов, которые занимаются кропотливой работой по обработке отчетности, сбору ее, проводят логические контроли, находят ошибки. Ошибок статистика не прощает, ведь эта информация используется не только для работы и учебы. Без нее невозможно принятие важных управленческих решений на самом высоком правительственном уровне. Побывав в Главном статистическом управлении Брестской области, мы получили возможность не только ознакомиться с работой его сотрудников, но и подняться на крышу 14-этажного здания. Ведь именно отсюда Брест виден, как на ладони. Людмила Лагодич, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».